Привет, ребят, девчат. Надеюсь, житуха у вас супер. Нахожусь в Эндерсон Хай Скул, где проходят соревнования по гимнастике, но эту площадку арендует спортзал моей дочки. Она учится в другой школе, ну, перед заключительными четырьмя годами. Кипиш был, помните? Вот смотрите, с левой стороны оранжевое лого Anderson Redskins и силуэт индейца. Этот кипиш уже прошел, о нем забыли, но я еще не рассказал вам, обязательно расскажу. Вот, ну, обыкновенные соревнования, ничего особенного. Выложу видео скоро, когда обработаю. Дочка лучше всего у нее получается вот это вот произвольное упражнение, я правильно понимаю? И потом мы еще поговорим о том, вернее, я начинаю с ней заниматься настольным теннисом, чтобы она обыграла обоих сыновей. И это будет прикольно. Ладненько, вам успехов, всего наилучшего. До свидания. Опа.